Чем приспичило ночью за ящиками ходить? Просто так. Немного грустно. Безысходно, знаешь. Просто пусто. Я лишь хотел быть с тобой. С тобой. Я лишь хотел быть с тобой. Я включил, не знаю. Спичило тебе. Как же я отрубился-то. Просто прилег, уснул. Вот так. Просто так. Немного грустно. Безысходно, знаешь. Просто пусто. Я вижу. Но нужно пилить эту. Топором. Да. И вот это да. Ну, потом. Потом? Подожди. Слушай, сначала сходим в магазин. Что-то холодно. Да, ладно, да. Магазин. Просто так. Много грустно. Лохматые. Да тут я не хочу по траве ходить. Тебе нравится? По траве ходить, где клещи везде. Вот так вот спилить. Можно вот это забрать. Спилим. Ну, а там саду попилим покороче. Ну. Просто так немного грустно, безысходно, знаешь, просто пусто, я лишь хотел быть с тобою. Я лишь хотел быть с тобой. Я лишь хотел быть с тобой. Я лишь хотел быть с тобой. Ничего не бывает просто да. Образ твой растаял на глазах. Посмотрел, но как-то все не так. Что-то там дальше забыл. Слушал ли 10 назад?
просыпаюсь, чувствую себя совершенно не проснувшимся, не выспавшимся. Ну ладно. Просто это немного грустно. Безысходно, знаешь, просто пусто. Я лишь хотел, я. Какие-то бабки там орут. Куда идти-то? Туда, кажись, я там. Знаю место, где я собирал когда-то Москву выставку. Запаковывал свои рисунки. Пустое время тратил. Вообще, все, что ты делаешь, действительно, это буддизм. Отвечает на вопрос, что все бессмысленно. Какие-то пилить, долгие, всякие хрень для сада брать. Не нужно кому-то величайшее достижение. Так а где? Потерял. Я потерял тебя, я лишь я потерял тебя. Где находится вон что ли? С бабками что ли ругалась? Я вон там думал собрать, там все. Ты там нашел что-нибудь? Нет. Ну, я тебе договорю. Да ты с бабками ругалась. Нет. Ну, вот эти вот возьмем. Ну, возьмем. Это бабкины. Каких бабок? Это в магазине привозят продукты какие-то. Я вот спросила, он говорит, ладно, я здесь там оставлю. У них специальные контейнеры. Закрывающийся. Ну как эти сейфы. Он открытый оставил. И там сложил эти ящики. Ну я-то думала, деревянные. Но это деревянные они смотрите. Да я вот. Ну какие. Они могут быть там, за вот этой вот. Нет, у них с другой стороны. Так сейчас там нету. Нужно когда светло приходить. Нет, когда светло, они работают. Я пришла, когда светло, а там ничего не было. Он говорит, мы же все возим, здесь ничего не оставляем. Да, ящики у них где-то находятся. Там. Что согласусь с бабушкой, с самодеятельностью. А какую самодеятельность? Ящики деревянные нужны для того, чтобы... Может быть, и не подходящие такие вот мелкие. Это подойдет для того, чтобы ящики положить рассаду, поставить. Она же рассаду приедет, да? Для того, чтобы продать, надо поставить сюда. Ну, если не надо будет, или под мои картины складывать куда-то надо же. Они скоплены, новые партии. У меня много картин куплено.
ничего не бывает просто так. Сколько ключей, неудобно. Да я уже нашел. Как будто ты что-то ищешь, да, вот. Сиди назад. Даже мне такого приключения не хочется. С пилой ходить там сейчас. Крюгер. Это такие так вообще не делают люди. Почему? Никто так не делает. Только ты. Пойдем. Ну, попей. Че, выбрасывать этот баллончик? Ну, пустой. Конечно, пустой. Он уже давно пустой. Почему? Я холодильник поставила. Короче, бей, пошли. Я буду пилить, если мне будет жарко. Не знаю насчет жарко. Я буду жарко, дед. Вот. Все, пошли. Просто так. Немного. Не знаю зачем. Так. А что ты не бензопила? Есть же. Пила дружба. Нет. Не знаю, у кого есть. Ну, бензопилой дружбой было бы хорошо. Бензопила дружбу, хорошо. Могла бы распилить что угодно. Например, вот оно. Дерево, дерево. Откуда ты? Или вот здесь? Здесь? Да. Давай двумя руками, я подержу. Подержи. Давай. Осторожно, вот так. Так. О, держу. Держу. Ну не на суку, а вот дальше. На перчатки. На перчатки. Сейчас придут, спросят, что делаешь. Ничего не делаю, скажи. Собаки придут сейчас. Саша, пили. Молодец. У тебя хорошо получается. Конечно. Натренированный уже. Бабушка натренировала. Что она говорила, медленнее пилить? Ну, я считаю, что чем медленнее. Зачем медленнее? Что это значит, если медленнее? Ну что, не надо быстро. Ну, ты не надо заезжать сильно туда. Вытаскивай ее. Надо переворачивать. Переворачивай. Ага. Переворачивай. Надо запомнить, где его. Ага. Сейчас вот здесь. Хочешь бабушке подарок сделать? Да. Слушай, можно сломать его уже.
Это кувалда, это... Нет, топнуть, если... Не может. Ну, попробуй. Сейчас я здесь попробую. Ага. Ну, бери, бери, бери. Разбил? Не, бери. Где-то что-то щелкнуло. Вот. Ну, давай. Еще раз топни. Ага, все. Не, пускай она лежит, как будто лежала. Как будто так и было. Не, 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 пускай лежит, 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 лежит. Положи, как будто так и было. Так, да, теперь. А теперь вот здесь надо распилить, наверное. Может, приложить ее, да? Почему? Нет. Как? В смысле, ты хочешь на весу, чтобы она была? Да, чтобы здесь. Ну, где-то, да, здесь, наверное, надо. Переворачивай. Хотя бы до середины допили, а потом можно разломать. Ты скажешь, когда будет середина. Саша. А, Саш, ты переверни-ка вот там, обопрись об тот конец и попробуй стопнуть. А, я думал, двумя руками. Сейчас еще здесь поплю. Ага. Нет, ты на весу сделай. Подожди. Что, все топать? Нет, подожди. Вот так вот. Поверни. В смысле, подними. Подними. А теперь на него наступить надо. Ага. Ага, еще раз. Это оно там скорее лопнет. А, держи. Давай. Я двумя руками возьму здесь. Ага. Смотри. Не-не, надо топнуть. Топнуть? Да. Сейчас, где здесь? Ну вот где ты топал? Вот где я пилил? Вот здесь. Я не здесь пилил. Да, вот здесь, вот здесь, вот, вот в этом месте. Нет. По-моему, дальше пилил. Нет. По-моему, я пилил. Да вот оно. Вот здесь пилил. Ага. Нет, надо еще подпилить. Наверное. Ой. Держи. Нет, пили там, где пилил. Положи его. Ага. Угу. Кофе. Все, хватит. Все, да он уже все. Не, нифига не все. Ну-ка. Ударь-ка ее. Ударь, возьми рукой и ударь. Вон тем концом. Ага, все, молодец. Все, пускай лежит. Пускай лежит, завтра только возьмем. Ну, надо постараться так, чтобы никто не взял. Давай отнесем домой. Куда? Ты что, с ума сошел? Куда это мы потащим домой, интересно? Какое место? В коридоре. Да ну. Подожди, где еще? Где еще этот? Я видела.
Вон. Вот здесь вот надо распилить. Отпилить, здесь? Ага. Много стуков. Сучков, да, сучков много. Сильно много. Все, колючее. По роже, по подбородку. А вот здесь вот торчит. Ну, где-нибудь там, где нет сучка. Вот здесь может быть. Где нет сучков? Нет, да. Ну, туго идет, да? Сильно туго идет, потому что оно, видишь, оно это сжимает у тебя пилу, потому что на изгибе. А вроде нормально. Я еще приподнимаю немножко. Угу. Разреши мне рисовать на подоконнике. Отстань, Саша, знаешь, сколько грязи, пыли? Рисуй карандашом. Рисуй вот. Ручкой. Или ручкой. Просто. Но не мелками. Рисуй чем-нибудь другим. Если покрыть. Ну ладно. Ну-ка топни. Сейчас. Еще немножко распилю. Топай. Во, распилилось просто. Так там сучки еще. Ты сучки там как? Вот. Убери эти сучки все. Сейчас распилю их. Может, так просто оторвешь? Я тут не вижу. Просто они неудобные очень. Они слишком толстые. Делаем работу за дворником. Ну да. Чё, ту, ну не надо сильно, если толстый, тонкий оторви, а эти. Ну и не надо его раскручивать. Тонкие, вау. Да, тонкие, длинные, отрави. Нет, длинные, длинные, длинные. Вот, 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 Саша, не надо. Вот, вот эти вот, которые цепляться будут, да. Все, а это можно отнести домой. Сейчас вот это еще можно. Да не надо, пускай он. Ну все, куда тащить? Ну что, домой потащишь? Или здесь оставим? Завтра Сергей приедет, заберет. Завтра же Сергей приедет. Ну, вечером приедет. Вечером? Не вечером, а днем. Ну, ну как? Главное, чтобы дворник не забрал. Да нафиг ему надо. Ты хочешь нести это? Ну, если хочешь, неси. Потом нести, спускать. Ну, поднимать-то тяжелее, чем спускать. А если дворник не будет ничего делать, то что? Ну, я не знаю, дворник придет утром. Дворник придет, не может забрать. У него машины нет. Ну давай тогда я отнесу. Давай. На, держи. Бери. Ну, держи тоже.
А где мы положим это? В коридоре. О, а там в коридоре. В моей комнате. В комнате своей. Саша, куда пошел? Вот здесь она. Вообще, это территория не ЖЭКа, не дворника. Это территория пенсионного фонда. А вот это вот, наверное, территория уже ЖЭКа. Где? Вон она. Да. Это толще. А эту возьмем? Хорошо есть перчатки. Она тяжелая. Главное, корявая. Да все, все. Это тоже. Ее просто неудобно нести. Головы. Откуда дровишки? А ты слышишь? Ой, не могу. Ой, не могу. Ты что, сука, стой? Ну, конечно, ну, высохло. А ветром его сломало. Меня штрафуют. Да просто, Саша. Сука, стой. Заходишь, нет? Ну, заходи. Вигвам. Пошли. Вигвам. Пошли. Ну, на улицу или нет? Все, ладно. Завтра Сергей приедет, загрузим и везем. Она может рухнуть на кошку. На кошку убежит. Не надо. На кошку не надо. Да кошка убежит. На кого не надо. Не пускай нам так. Она будет лазить. Будет она лазить. Когти драть, да? Ой, какие вы молодцы. Ой, как я рада, как я рада. Да? Да, да, да. Ой. Я, кстати, забыл стельки, по-моему, там. Где? В саду? В тех ботинках. Ну, в саду, что ли? Ну. Куда ты поедешь? Или здесь. Забыл. Да, в саду забыл. Вот еще здесь. Ну так, ну вот надо видеть. Надо сейчас видеть, чтобы не что-то.